Подождите. Толкал в нее, потеряю сознание, и сейчас помрет от обезвоживания, не знаю, что-нибудь. Какой в кепке, блин? Хозяйка, а можно это что, блядь? Где это? Седать в мою. Голова болит. А, ну вот этот, короче, виноват. Который лежит. Спасибо большое. Официальная информация, у вас красивый номер аккаунта. 4 семерочки. Врач, может выйдете помочь человеку, который лежит с этим переломом? Чего вы сидите? Отсмотрю. Достаньте носилки, положите его себе, пожалуйста. Пойдемте, потихоньку. Вставайте быстрее, 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 быстрее. Тихонечку. Так, у вас перелом, да? Садитесь в карету, скорая помощь. Вашу машину отбуксировали? Нормально. В жизни была такая же ситуация. Ну, с открытым переломом. Человек нормально ходил. Верно. Да нет, я просто наблюдаю. Сейчас первым идем. Жал мимо, решил посмотреть. Ты пойдешь? Да, не про нет пробитие. Подожди, не выходи из машины. Я не проверяю, я шел. Есть пробитие. Кстати, не пробитие. Да, я положу мне, пожалуйста, извините. Извините, пожалуйста. Понимаете, она уже третий раз уже пробивает нашу защиту и такая, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. Больше почему кто-то из вас? А вы не видите, какая у него штука заказанная, где у него жгут лежит? Какая нога? Третья. Человек, нога третья нога. Что вы делаете в этом автомобиле? Жгутки! Включаю. Кое-что.
Шину ему наклади и сразу поедем. Это кто сделал? Это не я. Зачем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А шо это? Что-то яркое. Вот информация, крашеделка, знаете, такое. Верни мьюзик. Что это? Это новый способ объезда, я не понимаю. Вы можете посмотреть, чтобы по машине не лазали? Алло, что вы это делаете? А что это вообще происходит? Машину не трогайте его. У нас один есть, мы все поместимся. Поместитесь вы все, мы вам организуем конвой. Шину, шины накладываем. Шину уже наложены, вы можете просто... На обеих наложены шины. Я... взяв шину с медицинской машины, начал накладывать шину человека против. Шины и так наложены, человек. Хорошо, действуйте. Вы в этом должны больше понимать, чем мы. Две шины это лучше, чем одна. Согласен, две шины. Ну шо? Я теперь поднял шину. Да у него такой лохтин нет. Вы понимаете, что две шины это лучше? Две шины это лучше. Ну вот. Значит, ну, вы положили одну шину, и он одну шину. Что не так? В машину. Там в больнице. Да. Что? Пройдемте в машину. Какой поднимите проблем? Его, у него перелом. Я взял человека на руки. Слушай, какой? Ты уже была такая. Я взял человека на руки. Затем понял, человека хорошо. Я положил человека на каталку. Не понял. Сбегайте гелик, закройте, а то его могут угнать. Так а как мы его закроем? Сейчас, поедем. Сейчас, жди, запомни карту. Передавайте мне. Мигалки включите. Михалки. Один сядь. Ебать.